Последние защитники барона готовы встретить толпу, но они не ждут меня. Я буду внутри раньше, чем начнется бойня. Я совсем замерз. Все видно с балкона. Хорошо. Я буду на той стороне. Поспать бы. Как интересно. Это выключает всю воду в саду. А, фонтан отключился. Ну и хорошо. Я из-за него ни черта не слышал. К черту фонтаны! Смотрите на стены! Плохие времена. А? Это кто-то из жителей? Все тихо. Если там никого, то почему ты не на своем месте?
все тренировки. Вся моя... На пороге. Везде этот мрак. Опасно нынче на улицах. Все равно идти через парадный ход не в моем стиле. Я сделаю все. Не уверен, что внутри безопасно. Нам некуда деваться. Где ты был? Если капитан узнает, что ты покидал пост, он тебя оставит. Прикрой меня, идиот! А я ставлю ловушки в подвале. И не путайся под ногами, пока я работаю. А не тебя самого. Стой на посту и помолчивай. На каждом дереве будет по виселице. В лучшем случае. Я слышал, на Черной площади они всех мясницкими ножами. Умереть от меча или сдохнуть от мрака. Одно из двух. Thank you.
Это была простая честь. Дом большой, и барон сегодня никого не принимает. Точнее, не хочет принимать. Параноидальная светлость боится нарушителей. Надо смотреть под ноги. Thank you.
Кажется, у меня зуб шатается. На улицах небезопасно. Что это? Люди барона хорошо кушают. Я боялся, что они вешают людей за кражу хлебной корки, а сами голодают. Thank you.
Эх, барон, барон. Нельзя оставлять важные письма на виду, когда кругом столько баров. Где же эта картина? Я бы убил за чашку кофе. Надоело зерна жевать. Я бы убил за чашку кофе. Надоело зерна жевать. Это я возьму.
Они думают, я не знаю, кто это сделал. Но я знаю. Проклятая скука. Дверь начал разглядывать. Что? Интересно, город весь сгорел. Столько дыма. Умереть от меча или сдохнуть от мрака. Одно из двух. Я тут подумал, логично было бы увести барона, а не запирать его тут. Забудь. Он в своих покоях и никуда не поедет. Это приказ генерала. Следи лучше за баррикадой. Сраные баррикады не остановили их в Стоунмаркете. Это покрепче будет. Надеюсь, твоя рожа не будет последним, что я увижу. Отступать некуда. Последний рубеж. Когда озаренные ворвутся в замок, они не будут заходить по одному. Если они ворвутся, мы встанем спина к спине и будем драться, пока не умрем. Ясно? Я покажу им, что значит быть капитаном стражи. Они думают,
я не знаю, кто это сделал. Но я знаю. Знаю. Кто крыло образ, и его не демонтировали. Это ловушка. Там есть проход в покое барона? Сэр, я тут подумал. Я заметил, что выходы из канализации не охраняются. Джек, я тебя что, звал? Нет, сэр. Хочешь, чтобы озаренные выковырили твои глаза ржавым ножом? Ты этого хочешь? Нет, сэр. Тогда шевели копытами и обходи свою территорию, как я велел. Есть, сэр. Я голодный, как... Погода меняется. Надеюсь, это у нее не мрак. Не хочу ее прогонять. Будь я озаренным, шел бы по канализации. Капитану мрак нипочем. Я в отличной форме. Шея болит. Спину-то как ломит. Не дай бог тому парню из Литейного зажать мою дуру. Может, сегодня получится поспать. Ой, есть хочется. Эй, что это было? Ну так сходи, посмотри. Если тут кто-то есть, выходи. А мне казалось, я что-то слышал. Есть. Я заболеваю. Я это чувствую. Наверное, показалось. Он наверняка где-то рядом.
Отмеченной области на втором этаже изначально на карте не было. Какого рожна я такой голодный? Жрал же. Я покажу им, что значит быть капитаном стражи. Как тихо на улицах. Мои парни, значит, стараются. А новобранцы подают надежды. Я покажу им, что значит быть капитаном стражи. Эй, что это за звук? Иди узнай, что это за звук. Или мне за тебя идти? Кто там? Иди сюда, чтобы я тебя видел. Мне просто померещилось. Если он вернется, ночка будет долгой.
сейчас. Эта ночь войдет в легенды. Надеюсь, я захвачу с собой пару озаренных. Погода меняется.
это будет Кавалера. Я в ней.
Похоже, это и есть хранилище, которое я ищу. И ты тайный ход где-то здесь. Когда это было семейное число. Но кресты больше не чтят старых богов.
Ну и ну. Я думал, у барона нет сердца. Вот Жан, прости нам, Крест, сейчас будет немного больно. Интересно, город весь горел. Столько дыма. Сегодня холодно. Что происходит? Thank you.
Эта штука выглядит интересно. И Барбар сегодня никого не принимает. Точнее, не хочет принимать. Последний рубеж. Thank you.
чем это было. Если ты по мою душу, я за ответами и намерен их получить. Мои ответы никто не любит. Я про тебя наслышан. В недрах земли есть энергия первородная. Лишь немногим дано ее видеть, но ее можно укротить, направить в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы, но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Сэрин? Когда камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие. Искажает тело. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее, но когда этот мерзавец забрал ее из мозга, то отнял без стеснения. Что ты говоришь? Девушку забрал Альтус! Вам известен как Орион. Это мой брат. Мы росли не вместе, но я вернул его в семью прирожденных. Как и мы, он чувствовал мораль. Он был из на той церемонии, помогал с ритуалом. Но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он должен был готовиться к новому ритуалу. А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл Коцаналиуса. Потом книгу. Камень из крепости. Если он найдет последний. Твой глаз. Ты был там. Я вспомнил.
победили! Победили! Как это может быть? Мы же победили! Победили! Как это может быть? Я в этом не уверен. Наблюдают. Хотя бы дрочить честно.
Ну что, что у нас? Труп? Это дело рук неверного! Эй, эй! Я вижу! Защищать рассвет. Если он дурак, дурак, то уже научился бояться озаренных. Да.
надо посмотреть здесь. Я тебя прикрываю. Никого здесь больше нет.
Это осколок камня Примали. Что тут у нас? Давить в правильных местах, я сломаю эту штуку. Не вовремя пришел? Прости мне мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора, его руки окунали в горячий деготь. Черные руки. Но твои руки я повешу над камином.
Эти трубы должны выходить на реку под мостом. Этой ночью барон умрет! Озаренные оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. Ступать осторожно. Эта крыша того и гляди упадет. Thank you.
Никто не делал тебе ничего плохого! Grrrr.